Ласка. 4 набора я получила, и теперь вам их покажу. Первый наборчик вот такой вот. Это L026 испанка цветком. Размер 38 на 38, я так подозреваю, потому что так написано, интересно. Хочу эту резкость наводить. Так. Это еще старого образца наборы Ласка. Здесь идет Мулине Роял и канва 14, Аида 14. Ниточки здесь достаточно сдержанные, такие больше коричневые тона преобладают, канва беленькая. Следующий набор вот такой белый тигр, всем вам известный. Это Т040, размер 46 на 38 сантиметров. Вот такой вот тигр. Тоже беленькая канва, вот две иглы идет в наборчике. И ниточки немножко мы можем с вами рассмотреть, что тоже очень такие красивые и приятные. Так, фея осени, L023, размер 50 на 45 сантиметров. Тоже тут Мулине Роял идет, канва Аида 14. Тоже беленькая. Вот здесь можно наблюдать, какие цвета отсвечивает лампой. Возможно, такие красивые цвета. Желтенький, фиолетовый. Такой достаточно маленький органайзер. Здесь нет бисера в комплекте. Мне кто-то спрашивал. Нет бисера. Ласка к бисерам не комплектует наборы, как там, допустим, Dimensions это делает. И из новой серии это вот Т066, отдыхающий леопард. 41 на 28 сантиметров. Кстати, здесь тоже идет. А, это еще из старого образца. Да, просто запечатано как новенький. Видите, поэтому я и перепутала. Тоже Мулине Роял и канва Аида 14. Это еще старенький. Но уже вот такой же леопард и приходит и с ниточками СХС из новой комплектации. Вот такие вот ниточки здесь. Зеленые, коричневые. И можно увидеть кусочек схемы, что она цветосимвольная. Не знаю, мне как по мне, так это хорошая схема. Небольшая, не крупная, не мелкая, и такая достаточно все понятно. Вот такие 4 красоты меня сегодня посетили. Всем вам большое спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Пока-пока.